сколько бед нас ждет искушения. Ждут ли нас испытания, сколько веры есть. Ваша мама, она говорила странности. Она садилась рядом с ним и шептала. Но она говорила не с ним. Мы нашли это в ее кармане. Она не верила в Бога. Какая разница, веришь ты или нет? Я нашел мамин дневник. Что, если она что-то видела? В доме. Я говорила, не приезжай. От автора сценария и режиссера фильмов «Незнакомцы» и «Монстры существуют». В этом мире есть вещи, ужасные вещи, злые. И они придут за кем захотят. Я что-то видел. Она не спит. Чуйте его, он уже близко. Он не где-то там. Он уже здесь. «Пустошь тьмы и зла». Фильм Брайана Бертинова.